На территорию нашего училища десантировалась группа особо опасных клоунов. Самое неприятное, что они сейчас находятся среди вас. Поэтому объявляю парад Алле. Клоун Варнава. Варнава. Я не клоун. Серьезно? Выйти из строя. Есть. Клоун Красильников. Я. Присоединяется к Варнаве. Есть. А также два клоуна Перепечка и Сухомлин. Присоединяются к товарищам. Есть. Называю вас клоунами, потому что курсантами назвать, извините, просто не могу. А теперь потрудитесь объяснить, что за представление вы устроили на контрольной по информатике. Это что за кладезь знаний? Фамилии, а дальше ничего. Я смотрю, у нас проблем не только с мозгами, но и с речевым аппаратом. Ну что ж, начнем с мозгов. Запутались извилины. Так у нас есть прекрасный механизм по выравниванию. В наряды всем своим шапито походите и придете в чувство. По два на каждого клоуна. Не слышу криков «Браво!» Есть два наряда! Слажено. Чувствуется, давно работаете вместе. Разойдись! Фигня, мужики. Прорвемся. Конечно, прорвемся. Совсем зеленый, весна на сердце, каждый день весна, весь мир живет в твоих. Да, господа курсанты, должен сказать, не самый грязный вид работ нашел своих героев. Да, не ожидал я от Сухановой. Настучало все-таки, а? Это все из-за меня, ребят. Да успокойся, Варге. Тут дело принципа. А в таких делах искать крайних бесполезно. Ну да, я вот тоже такое от Сухановой не ожидал. Странно, в одном человеке сразу таится и хорошее, и плохое. Кстати, а помните, как она нас положила спать на своем уроке после караула? Да, было дело. Да, вроде, как рефераты списывать, так всегда пожалуйста. А тут бац, взяла, сдала ротному. Ты чё, Варген? Не злись, Варген. Да потому что... Да... У тебя он даже пакет от злости порвался. Да. Что теперь делать? Бежать, пока не накрыли. А как накроют, гладишь, что оно само порвалось. Варнал, ты что, артефакты нашел какие-то? Собирай быстрее, пока нас с этой свалкой не пропалили. Ребят, нашел. Варнал, ты что там? Нашел. Чего нашел? Письмо. От мамки. Представляете, какой путь проделала. Вот это жизнь. Тот цирк, то приключение. Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите обратиться.
Здорово, капитан. Ты случайно не с пожара бежишь? Никак нет. Товарищ полковник, я тут искал начальника училища, но не смог его найти. Я тут увидел вас, ну и решил, чтобы быстрее. Ну давай, раз быстрее. Вот, я тут составил план мероприятий клуба на следующий месяц и даже на полгода вперед. И хотел, чтобы вы подписали. Ну, сначала мы обсудили с вами, а потом вы подписали. Вот смотрите, у меня здесь очень четкий график. А если без графиков, ты по сути можешь сказать? По сути? Да. По сути, я хотел провести конкурс в следующем месяце художественного танца. Ну, это как бы обычный танец, но с элементами... Стоп, капитан, какие еще танцы? Художественные, но с элементами. Я сейчас не готов к таким атакам слету. Давай назначим нашу аудиенцию на завтра. Или на послезавтра. Свободен. Есть. Товарищ полковник, если вы не можете, может быть, мне напрямую к Романенко обратиться? Мне это сегодня подписать надо. Я к тебе обращусь, к Романенко. Нашел, чем грузить начальника училища. У него и без тебя дел по горло. Но он же мне раньше обещал. Когда он тебе обещал? Ну, вот когда было. Вот, а сейчас ему не до тебя, понял меня? Все. Товарищ полковник. Что? Так что же мне делать-то? Ладно. Пойдем ко мне в кабинет, только танцем. В смысле, быстро. Есть? Получается. Нафигово получается. Виноват, товарищ майор. Что за бодрствование? Что ли поздний час? Или команда отбой не для избранных? Виноват, товарищ майор. Варнава, ну что ты несешь? Ты бы хоть запятую поставил. Какую запятую? Обыкновенную. После слова «виноват», а то у тебя получается, что виноват я. Не понял. Ну ты только что сказал «виноват, товарищ майор». Угу. А виноват ты, а не я. Угу. Он еще улыбается. Я не понимаю, ты камикадзе, что ли? Его наказывают, а он опять на мины лезет. И что это за ночные оригами? Просто мне очень нужно. Вот это нужно, да? Ну и что это за кружок аппликаций? Это письмо. Серьезно? От мамы. От матери, значит, да? Почему в таком состоянии? Да это уже не важно. Значит, так, Варнава, здесь все погасишь? Через минуту ты спишь и видишь восьмой сон. Выполнять. Есть. Носом еду клевать будешь. Спать хочется. Ну так что ты мучаешься? Иди и ложись. А? Б. Ты что, не лабораторную с Полиной делала? Лабораторную, конечно, мам. Что же еще? Спасибо. Посуду вымыть? Нет, я сама помою. Давай, иди. Спасибо. Давай. Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, моя родная. Алло. Да, Полин. Ну, пошла в душ. Угу, будет спать ложиться. Еще бы всю ночь скакать на концерте, а потом и лабораторно делать. А ты что? Чего не спишь? Лабораторную делаешь? Интересно сейчас. Марусь! Тут Полина по поводу лабораторной. Что? Что-то меня совсем запутали. Мам, это другая. Это по гистологии. Алло. Нет, Поль, я еще не делала. Я... По гистологии у нас во втором семестре была.
Интересно. Значит, решили объявить бойкот. Выразить свой протест, так сказать, путем не написания контрольной, так? Так точно. А что ж так с фантазией слабо, Варнава? Почему бойкот? Почему не голодовка? Могли бы, кстати, повеситься все впятером на КПП. Представляешь, как красиво. Особенно, когда ветер. Что за детский сад, а? Когда вы уже повзрослеете, ребята? Ну-ка, быстро в казарму. Есть! Смотри, какие мы гордые, а. Прям как... Прям как мы когда-то. Я вам не помешаю. Ну что вы, Артур Вениаминович, проходите. Спасибо. Я буквально на минутку. Я вот по поводу этого. По поводу контрольной. Ну что, разобрались? Естественно. Все виновные наказаны. Справедливость, так сказать, восторжествовала. Единственное, что, вот, Александр, у меня к вам один вопрос, если позволите. Ну, разумеется. Скажите, вы когда... Курсанта Варнава письмо забрали, ну вот, которое он читал. Вы руководствовались уставными нормами учебного процесса или... Погодите, Артур Вениаминович, я не понимаю, к чему вы клоните? Ну как к чему? Я понимаю, что курсант на занятиях не имеет права заниматься ничем посторонним, но... Все-таки вы могли бы обратить внимание, что у вас в руках... перед тем, как рвать и выбрасывать. А что я такого могла выбросить? Ничего особенного. С одной стороны, всего лишь навсего письмо. А вот с другой стороны, это было письмо от матери. А вот это уже серьезно. Это он вам сам сказал? Что именно? Ну, что письмо от матери. Нет. Я его застал за тем, как он кусочки этого письма склеивал. Понимаете, Наташа? Мать Варнавы, она тяжело больна. А он очень сильно переживает. Хранит все письма. Простите меня, товарищ майор, я не знала. Ничего. Ничего, ничего. Бывает. Разрешите, товарищ майор? Да, проходите, дочь товарища майора. Мам. Ну, так нечестно. Ты должна была меня не узнать. Доченька, ну, в следующий раз не узнаю. Вот зря ты майором стала. Ты когда капитаном была, меня знаешь, как называли? Знаю. Капитанская дочка. Что ты прискакала-то? Ну, как что, похвастаться? Я лабу на 5 сдала. Ой, молодец. Так щебечешь, как будто ты диплом защитил. Вот, мамочка, тебе обязательно надо умолить заслуги родной дочери, да? Как раз о заслугах. Доченька, выручим. Мне позвонила Рита. Срочно нужно идти. Выручи меня. Посиди. А что мне за это будет? Ну, хорошо. Как я тебе? Отлично. Халатик надень. Угу. Так, если придут курсанты с поломанными ручками, ножками... Лапками. Да, ты все это сделаешь в лучшем виде. В лучшем виде. Если кто постарше придет? А кто постарше, скажет, что
ты – это я, но неудачно сделал макияж. Не шали. Не шали, не шали. Медицинская служба беспокоит. Курсанта Красильникова в санчасть. Срочно. Разрешите? Садитесь. Я вас слушаю. Артур Вениаминович, я после нашего разговора, ну, эта история с письмом, поверьте, мне очень жаль, что все так получилось. Я верю. Правда? Честно. Я просто не знаю, что на меня нашло. Вернее, знаю, но курсанты здесь совершенно не виноваты. Простите. Наталья Александровна. Я просто себе теперь места не нахожу. Может, мне попытаться как-то загладить? Наташа, вам надо поговорить с парнем. Я думаю, вас поймут. Обязательно поймут. Думаете? Уверен. Да-да. Решит Эшман. Марина? Курсант Красильников? Пришли повторные результаты ваших анализов, которые вы сдавали при поступлении. Выяснилось, что вы негодны к воинской службе. Ага. Значит, вам известна моя тайна. Придется вас убить. Не приближайтесь ко мне. Я вооружена и очень опасна. Ах, не смешите меня. 3000 чертей! Маринка, ты сумасшедшая. Что все это значит? Я соскучилась, Красильников. Слушай, так получается, ты меня вызвала? Нет, я маму попросила. Так нам же влетит с тобой, если вычислят. Тебе и мне влетит. А ты что, боишься? Да нет, я не боюсь, но как-то... Так, не надо меня прессовать. Мне надо как-то перезагрузиться, чтобы врубиться в эту ситуацию. Тебя, оказывается, легко сбить с толку. Я не знаю, чем все это кончится, но ты у меня самая лучшая. Я стараюсь. Светлана Кирилловна. Да. Здравствуйте, Василий Кирилловна. Желаю здравствовать. Я хотел узнать про нашего Красильникова. В смысле? Ну, в смысле его здоровья. А что его здоровье? Да нет, ничего, просто вызвали посреди самоподготовки. Вот я и подумал, вдруг что-то серьезное. Кто вызвал? Вы. Я? Или вы не вызывали? А, я совсем замоталась. Нет, вызывала. Здоровье у него хорошее. Простите, Вася Кириллович, надо идти. А это вы же туда шли, Светлана Кирилловна. А я телефон забыла. А-а-а. Слушай, Марин, мне, наверное, уже лучше смыться. Не надейтесь. Диагностика – это дело не быстрое. Какие еще есть жалобы, товарищ курсант? Вы знаете, товарищ доктор, при виде одной очень красивой девушки у меня темнеет в глазах и подкашиваются ноги. Это давление. Правда? Нет, у меня 120/80. Очень интересный случай.
врачебной практике пока неизвестно лекарство от этой болезни. Так что, больной, смиритесь. Скорее всего... Товарищ майор. Так, покиньте, пожалуйста, кабинет, Ромео. Светлана Кирилловна. Я прошу вас, выйдите из кабинета. Ты вообще молчи, Джульетта. Выйдите из кабинета. Есть. Ты что устроила, а? Мам, я ничего не устроила. Я тебе сейчас все объясню. Нет, это я тебе сейчас все объясню. Ты на секундочку понимаешь, где ты находишься? Понимаю. Нет, ты ничего не понимаешь. Ты чем думала? А если бы сюда начальство пришло и увидело бы это? Никто же ничего не видел. А ты хотела, чтобы увидели? Нет, ну прекрасно. Вот и чудило. Вы посмотрите на нее. Она еще и улыбается. Красный, где был? Да это не важно. Ну что, готовы к войне? Встречайте. Встать! Смирно! Товарищ майор, третий взвод занимается самоподготовкой согласно расписанию. Незаконно отсутствующих нет. Заместитель командира взвода, младший сержант Гончар. Вольно. Вольно, садись. Ну вот, они в полном вашем распоряжении. Командуйте, Наталья Александровна. Так. Курсанты Варнава, Сырников, Сухомлин, Перепечка и Красильников, захватите ручки и садитесь за первый парт. Раздай листочки. Товарищ капитан, а что это? А это переписывание контрольной работы. Так у нас же... Самоподготовка. Варнава, тебе сказали, переписываем контрольную. И своим соратникам по борьбе маякни, чтобы не выпендривались. Ты меня понял? Так точно. Вот и молодец. Садись. Ну что, приступаем? Пишут, Наталья Александровна. Я не сильно понимаю, но, кажется, по теме. А не только своей фамилии. И там пишут. Совсем другое дело. Ну что, думаю, нянька им больше не нужна. Дальше продолжайте без меня. Спасибо, товарищ майор. Встать, смирно! Отставить! Все это не нравится. Что это все? Все это. Тебе не нравится твоя работа? Прекрати. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Нет, не знаю. Мам, ты же сама нас познакомила. Ну и что, что я вас познакомила? Я не предполагала, что вы можете устроить такое. Нет, ну додуматься только. Позвала его в мой кабинет от моего имени. Ну, мам, ну, во-первых, не от твоего имени. Я просто сказала, что беспокоит медицинская часть. Ну, спасибо тебе большое. Низкий тебе за это поклон. Можно сказать, отмазала мать. Нет, а он тоже хорош. Пришел в кабинет. Надо было сразу уйти, как только увидел, что это твои проделки. Что ты смеешься? Мне не смешно совершенно. Я не предполагала столь бурного развития ваших взаимоотношений. Почему? Потому. Ты знаешь, кого выпускают отсюда? Мам, ну что ты из меня дурочку-то делаешь? Знаешь, куда их отправляют? Неужели в космос? Совершенно не смешно. Их отправляют в глушь, в тайгу, в горячие точки. Мамочка, ну я же все понимаю, честное слово. Ну я же как говорящая собака. Кто? Ну, говорящая собака. Я все понимаю и сказать могу. Так, слушай меня. Если ты еще раз такое устроишь, я тебя просто придушу, как говорящую собаку. Ясно? Угу. Так.
Так, ну времени было достаточно. Сдавайте работы. Сейчас. Все. Угу. А скажите, а когда вот, можно узнать? Результат узнаете на ближайшем занятии. Занимайтесь самоподготовкой. Встать смирно! До свидания. До свидания. Да. Класс. Больно, садись. Интересно, а что это было? Мимолетное видение. Что-то я раньше не помню, что видение составляло контроль не переписывать. Да, странно это все. Слушай, Варнава, а чё мы так рано бойкот свернули? А у него детство в одном месте закончилось. Пока запасы не пополнит, будет вести себя нормально. Да нет, дело не в этом. Ребят, просто письмо-то я нашел, а двойки лишние нам ни к чему. А что, бывает еще не лишние? Вот 20 двоек это нормально, а 21 это уже лишнее, да? Да. Ну как, все написали? Так-то все. Ну, я немного сомневаюсь насчет одного алгоритма. Можно посмотреть твой конспект? Ты же у нас информатик от Бога. На. Сравни свои каракули с трудом классика. Спасибо. Вот, я и говорю, вот этого алгоритма-то я и не сделал-то, елки-палки. Слушай, Варген, дай я посмотрю. Держи. Вот, блин. А я в базах данных пропустил. Да, я даже смотреть не буду. У меня уже и так два косяка, как минимум. Да, переписали контрольную. Парни, я так и скажу. Это контрольная уже история, а историю не перепишешь. Мам, ну Дима-то тут при чем, а? Притон. Я думала, что он серьезнее. Ничего себе у тебя завышенные требования к людям. У тебя такими темпами вообще никто теща контроль не пройдет. Что не пройдет? Теща контроль. Мам, слушай, не бери в голову, это я сама только что придумала. Да понятно, теща. Вы что там? Нет, мамочка, это тебя уже куда-то не туда понесло. Это меня не туда понесло. Его очень интересно. А может быть, тебя не туда понесло? О, наконец-то человеческая речь пошла. Ладно, мамуль, правда, мне пора. Я побежала. Угу. Хорошо? А, здрасте. Здравствуйте, Мариночка. До свидания. Товарищ майор, что происходит? Я тебя жду. А ты тут сидишь в кабинете. На телефоны, звонки не отвечаешь. Прости меня, Рит, я собралась было идти, но... Что, что? А с телефоном-то что случилось? Да батарейка села. Понятно. Ну, давай, рассказывай, что твоя красавица учудила? Так, а ты откуда знаешь? Светочка. Слышь, парни, что-то я не понял этого маневра с контролем. Значит, какого маневра? Ну, который это, Суханова устроила. Ну, просто в таких случаях надо предупреждать. Мол, так и так. Завтра мы переписываем контрольную, ребят. Мы бы подготовились. Ну да. А то налетело, как чайка на хлеб. Думаю, у меня тройка. Ха, красавчик. А у меня пары попахивает. Парни, я вот не знаю, что у меня будет, но не 5 это точно. Красавчик, ты чё молчишь? Да я молчу о том, что если она мне 5 не поставит, то я на нее сильно обижусь. Гений наш, всех направлений. Да, каюсь, грешен. Ладно, мужики, не заморачивайтесь. Что написано, то написано. Завтра узнаем. Это точно. Спасибо, что покормила. А что? Ну, ты могла бы меня за вчерашний завтрак лишить. Хорошая идея, слушай. Жаль, что ты мне только поздно об этом сказала. Мам, ну, прости меня, пожалуйста. Но я правда все поняла. Я перегнула вчера палку. Я каюсь. Ну, хочешь, я все постираю? Замечательно. Ты возьмешь все вещи, бросишь в стиральную машинку, нажмешь две кнопочки. Жестокое наказание. Я не могу на это пойти. Спасибо, мамочка. Послушай, я хочу тебе задать один вопрос.
А у вас действительно все настолько серьезно? Нам хорошо вместе. Ну а зачем еще женщины с мужчинами встречаются? А что ты этим хочешь сказать? Ничего. Ты меня просто спросила, я тебе просто ответила. Ладно, мам, я побегу, а то мне пора уже, хорошо? Ты же знаешь, я опаздываю. Давай. Пока. Все было очень вкусно. Отлично, день начинается. И в конце урока хочу объявить результаты контрольной работы для тех, кто ее переписывал. Всем пятерки. Молодцы. Как это всем пятерки? Ну, как написали, так я и поставила. Товарищ капитан, а... Что тебе, Варна? Разрешите посмотреть работу? Пожалуйста. Вот. Ну что? Так это... У меня там было написано неправильно, а кто-то что-то подрисовал, получилось правильно. Ты что, хочешь сказать, что это я дорисовала? Нет, конечно, нет. Но... Ну и все. Или ты еще чем-то недоволен? Доволен. Ну, если все довольны, занятие окончено. Стас Мирова. Вольно. Варнава, останься, пожалуйста. Гончар, ты у нас тоже Варнава? Я? Нет. Ну, тогда не смею тебя задерживать. Есть. Виноват. Ген, я хотела бы извиниться за то, что так поступила с твоим письмом. У меня были на то причины, просто... Ну, извини, сорвалась. Ну что, ничего страшного, Наталья Александровна. Ну вот тоже, пожалуйста, больше не устраивайте забастовок, потому что это вам же вредит. Договорились? Конечно. Так точно. Вы тоже нас простите, Наталья Александровна. Да все, ладно, проехали. Угу. Веньки. Есть. Добрый вечер, Светлана Кирилловна. А, я думал, что уже никого нет. Здравствуйте, Андрей Александрович. Я уже заканчиваю. А, ну, я не тороплю. Оно ж когда надо. Много работы. Да нет, ну не так, чтобы много. Но я не люблю, когда хвосты остаются. Я уже добью сегодня, чтобы завтра не возвращаться. Это правильно. А я обход делал, смотрю, окна светятся. Думаю, дай зайду, свет выключу. А тут вы. Ну, я еще чуть-чуть. У меня 5 карточек осталось. Работайте, работайте. Вы просто, когда будете уходить, мне звякните, ну, чтобы я не волновался, хорошо? Хорошо, хорошо, обязательно. До свидания. До свидания. Что ж так долго-то, а? Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Хузин, а ты чего здесь? Так я это, дежурный сегодня. И что? Что? Ну что, вообще дела как... А, товарищ генерал-лейтенант, разрешите доложить, за время моего дежурства никаких происшествий не произошло. Дежурный по части... Вот чего ты орешь, Козин? Это ж хорошо, что ничего не произошло. Вот если бы произошло, тогда и надо было бы орать на всю Ивановскую. Что ты в самом деле? Ну, подошел бы тихо, спокойно, объяснил бы. Договорились? Так точно. Ну, вот все. Товарищ генерал-лейтенант, а я вас искал сегодня. Зачем? Ну, чтобы подписать план работы клуба. И что? Подписал. У меня? Не, у полковника Коптеля. Молодец. Товарищ генерал-лейтенант, а вы... Вы что здесь? А что, нельзя? Можно.
Ну вот и спасибо. Раз можно, я здесь постою еще немножко. Воздухом свежим подышу. Ну иди уже, Козин, иди. Иди. Есть! Надо что-то говорить. Какие красивые цветы. Спасибо. Вы разрешите мне вас подвести? Меня? Да, вас. Разве здесь кто-то еще есть, кроме вас? Я хотела еще в магазин зайти. Ну, прекрасно. Значит, сначала зайдем в магазин. Ну, почему бы и нет? Прошу вас, садитесь. Спасибо. Интересов диаметрально противоположен. Во что играем? В дурака. Ясно. Что читаем? Достоевский идиот. Ну, это где-то рядом. Ты чё, а в лоб? Да, Варген, я тебя был лучшего мнения. А ты знаешь, когда человек меняет о человеке мнение, это грустно. Ну, не всегда. Вот мы с Сухановой поменяли мнение в худшую сторону, а потом обратно поменяли. Да не, Сухану нормальная баба. Человек провинился, человек искупил. Только знаний по информатике у вас от этого не прибавилось. Ну что правда, то правда. Но я готов пережить эту несправедливость. Сырник, ну-ка. Это, наверное, Вадим Петрович. О, передавай привет от нас, от меня лично. Что, Печка, рассчитываешь на кило печенья и банку варенья? Ни на что я не рассчитываю. Да, кстати, мы с Вадимом Петровичем договорились, и он со спонсорством завязал. Все. Настала черная полоса в жизни перепечки. Да пошли вы. Да не надо всем идти, я один схожу, окей? Ну что, тебе там нового на службе? Да ничего. Макарыч нас что-то захандрил. Романенко? Угу. А что это с ним? Кто ж его знает? Слушай, ты знаешь, у меня Светка тоже что-то не в духе целый день сегодня. Мамина? А-а-а. Ну, у нее что? Да вот не колется. Не колется. Слушай, а ну-ка я ей позвоню. Где мой телефон? Где мой телефон? Ой, этот что ли? Так. Алло. Светуль, привет. Ну, как дела? Ну, замечательно. Слышу голос хороший, бодрый, веселый. А? Что-что, не поняла? Где ты? А, в магазине. Ну, давай, я тебе попозже перезвоню. Угу. Хорошо, целую, красавица. Давай, пока. Хм.
Слушай, а я тоже звякну. Ну, давай. Подожди. Алло? Да, привет, командир. Ну вот, чувствуется оптимизм в голосе. Что? А ты где? Не-не, ничего срочного. Да-да. До завтра. Что? Слушай, он тоже в магазине. Чего? Ничего. Привет, пап. Привет, сынок. Слушай, что ты замученный какой-то, а? Загоняли? Да нормально все. Ты опять проездом? Да нет. Я специально приехал. Так ты же недавно был в Москве. Мало ли что был. Вот появилась возможность. И приехал. Ясно. Домой что-то купил? Тебе. Кому? Тебе. Держи. Что это? Ты же мечтал о хорошем фотоаппарате. Все, у меня карт нет. Слушай, надо предупреждать. Предупреждаю, карт нет. Спасибо. Не за что. Ну что, сливай воду. Ходи давай. Чего ходить? Я все равно все твои карты знаю уже. Слушай, ты походи сначала, потом решим. Ну ты оптимист. Слушайте, а надо все-таки вручить Нобелевскую премию тому, кто придумал игру. Ну, дурак. Реально, из-за дурости можно и пролететь. Ну вот как ты сейчас. А там, слушайте, кого там принесло? Сейчас узнаем. Слушай, а ты бы эту книгу бы убрал бы, наверное? Да ладно. Ну ладно. Отставить. Опа, это наш божий одуванчик Козин. Здравия желаю, товарищ капитан. Здравия желаю. Ну что, порядок тут у вас? Так точно. Красильников? Я. Что читаем? Идиот, товарищ капитан. И ничего смешного в этом нет. Отлично, Красильников. Уважаю. Классика, между прочим. Ну что, отдыхайте. Так, ну все, Варген, давай доиграем быстро. Че? Доиграем, говорю, давай. Да это, я уже не помню, какие у меня там карты были. Че ты не помнишь? Я зато помню. Так. Нет, а я вот забыл. Ну там смешалось, видишь, все. Ты чё? Слышишь, я там почти выиграл. Давайте сначала, ребят. Сыграем заново. Давай, раздавай. Да. Выиграешь заново. Еще раз. Классная игра. Дурак. Блин. Давай, раздавай. Ну, ты оптимист наш. Тебе, мне, ему. Что-то непонятно. С чего это у нас вдруг такие подарки-то пошли? Да ни с чего, Лёш. Просто так. Тем более непонятно. Ну, помнишь, ты хотел, а? Ну, у тебя всю жизнь мыльница была, а ты мечтал о хорошем фотоаппарате. Ну, вот я и взял. Лёшка, а, Лёшка, он 12-пиксельный, Лёшка, с 10-кратным зумом. А, да ты вытащи, посмотри. Пап, ты что, меня хочешь купить? Лёш, ну зачем ты так? А как? Бегать и кричать, смотрите, какой мне папа купил фотоаппарат, да? Поздно, папа, раньше надо было думать. Что думать, Лёша? Что сын у тебя есть, теперь уже был. И ничего мне от тебя не надо, ясно? Иди он лучше дочке своей купи игрушку или жене своей шубу. Ты все сказал? Все! Ну, будь здоров. Спасибо, Василий Макарович.
За то, что подвезли, за то, что помогли. Ну что вы, мне только приятно. Светлана Кирилловна. Да. У меня к вам предложение. Давайте мы попробуем общаться без отчества. Вы как? Я? Замечательно. Давайте попробуем. Отлично. Тогда, Светлана... А что вы делаете послезавтра вечером? Послезавтра? Извините, посили. А что вы хотели мне предложить? Я хотел вас пригласить. Пригласить куда? Какая разница? Нет, ну, разницы, конечно, никакой, но... В общем, я должна представлять, как мне одеться. В ресторан это одно, на рыбалку совершенно другое. Ну, вы один что-нибудь среднее между рестораном и рыбалкой. Очень оригинально. Простите меня, пожалуйста. Простите, я совсем разучился приглашать. Ну вот, потанцевать, наверное, еще сумел бы, а все остальное плохо получается. Хорошо. До свидания, Василий Иванович. Да, да, до свидания. Товарищ генерал, можно я заберу цветочки? А то они уже больно красивые. Ой, да, конечно, конечно. Это вы меня простите. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания.